Всем огромный привет! В этом видео я покажу картофельный супчик с мясом, который часто готовлю. Он без пережарки. Готовить будем в мультиварке-скороварке. На подготовку продуктов уходит около 10 минут. А далее просто необходимо нажать кнопку, и мультиварка сварит все за вас. Для приготовления понадобится любое мясо полкило, картофель 6-7 штук, морковь 1 штука, луковица 1 штука, а также соль и приправы. У меня сванская соль, овощная приправа, черный перец и лавровый лист. В чашу мультиварки помещаем мясо, сверху выкладываем порезанную морковь, порезанный лук и порезанный картофель. Далее добавляем приправы. Заливаем все это горячей водой, закрываем крышку-клапан и ставим на режим тушения холодец на 30 минут. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!